Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Кофи и Овер, а мы продолжаем наше выживание в Хардворлде. Всем привет, друзья. В общем, много времени, ребята, прошло, давненько у нас не было серии, к сожалению, ребята, это произошло из-за того, что у меня была неотложная, можно так сказать, поездочка, вот, но я уже сейчас вернусь, и поэтому сейчас, ребята, мы продолжаем выживать. Вот. И это, ребята, третий сервер, как вы смогли уже, наверное, догадаться. За это время многое что изменилось, в общем, на первом сервере, на котором мы играли, на котором был наш дом, на котором была, можно сказать, так, наша база, его ребята вайпнули, то есть там произошел вайп, и, соответственно, там уже ничего у нас нет, то есть мы там тоже бичики, ребят, теперь. Да. И из-за этого мы решили продолжить выживание на третьем сервере, именно на хардкорном, ребята, потому что вам оно понравилось, погнали убьем его. Давай, пойдем. Ребята, это хардкорный сервер, еще раз повторюсь, то здесь, когда ты убиваешь своего противника, и с него выпадают совершенно все вещи, которые... А, слушай, что-то он мне знакомый какое-то лицо, да, смотри. Да, по-моему, знакомый ник у него. Давай. Так, давай, за ним, давай, за ним. Блин, нет, мы так не. Нет, давай, короче, забьем давай на него, потому что смотри, видишь, мы, ребята, видите, у нас одежды нет, у нас ничего нет, и мы его просто не догоним, потому что будем бежать на равных скоростях. Поэтому, ну, это да, это правильно. Поэтому это просто бессмысленно. Ну да. Так, смотри. В общем, ребята, что нам нужно сейчас делать? Как уже сказал Дима, наш дом зарейдили. Соответственно, да. Теперь нам нужно снова добывать ресурсы, снова нам нужно строиться. Хотя, знаете, ребят, за это время на этом сервере отстроилось просто огромное количество человек. Вот серьезно. Здесь уже, ребята, все на машинах, все с эмками. Да, уже мы просто, понимаете, мы зашли на сервер, мы, во-первых, сначала оказались не у дома, да, мы оказались вот снова на респе. И нас там столько раз поубивали, там, с эмок, с транспорта, там, боже, ребята, это уже реально невозможно играть будет сейчас, это будет очень трудное выживание, серьезно. Так, нам надо будет выбрать место, да, где дом будем строить? Да, нам нужно будет выбрать новое место, потому что строиться здесь, мне кажется, это не очень, здесь как-то слишком много народа, ребята, живет. Вот, поэтому, так, ладно, Дима, давай, наша задача пока что это добыть дерево. Давай, вот, потому давай. Что без этого мы сейчас никак никуда. Но нам надо очень много, да, будет дерево, по идее? Да, очень, на самом деле. Вот знаешь, нам хотя бы отстроить хотя бы чуть-чуть домик. Вот маленький, вот прям вообще малюсенький. Там, кстати, вон чуваки ходят тут, ну, смотри, там у них, вот, по-моему, топоры, копья там, вот я вижу. То есть аккуратненько, да, надо? Да, слушай, не, вот я туда не хочу бежать. Тут, кстати, верстак стоит, вот. Я предлагаю, знаешь, здесь строиться? Смотри, ты где, кстати? А я вот вижу тебя, прямо. Так, я что-то не вижу тебя, а где ты? Вот. Ты только что вот смотрел. Не, налево сейчас. А, вот, вижу. Да, ну, слушай, да. Они сейчас, наверное, побегут в нашу сторону, поэтому я что-то не хочу с ними связываться, потому что, смотри, да, реально бегут в нашу сторону. Давай побежим лучше от них. Или нападем. Думаешь? Ну давай. Давай, нападаем. Оп, ударил по горбу одному. Я тоже по одному ударил, я вот прям вот за этим, который рюкзак. А, давай, я его друга, короче. Давай. Если мы их сейчас убьем, то, смотри, с него рюкзак можно будет сейчас выявить. Это реально круто. Но и мы, там шмотки будут. Блин, мы не догоним, смотри, блин. Да, и даже копья нет, чтобы кинуть. Вот да, жалко, блин. Видишь, вот это все из-за того, что у нас даже ботинок нет. А где второй чувак? А вот он, второй тоже убегает, короче, я его тоже не догоню. А вот этого, кстати, шлем какой-то на голове. Волосы, да, какие-то? Да. Короче, ладно, тоже давай на них забьем, ребят. Но это реально бессмысленно, бежать вот так вот просто тупо, потому что... нас, видите... Мы их не догоним, да. Да, мы их просто не догоним. Так, ну смотри, я предлагаю, блин, кстати, сейчас ночь наступит уже, к сожалению. Нам нужно будет сейчас делать костер. Это все неудобно, блин. У меня хватает, по-моему, на костер. Ну, у меня тоже хватает на костер, просто прикол-то в том, что нам нужно отстроить дом. Хотя бы даже маленький, хотя бы вообще малюсенький. Чтобы мы там уже могли, не знаю, хотя бы, ну, не знаю... Поставить тотем, да, и хотя бы переночевать там, если ну, что. Ну, кстати, тоже интересно, смотри, такая конструкция. Именно вот дом, то есть, смотри, тут гаражик такой, да, и... Эх, зарейдить бы это все, конечно же, ребят, но мы еще не на том уровне, чтобы рейдить. Так, давай, значит, где-нибудь вот здесь вот, наверное, построим. Смотри, здесь как бы не так уж и много построек, да, то есть мы углубляемся, не знаю, куда-то... Ну да, нормальное место, по идее. Вот именно, вот в этот биом углубляемся, поэтому... Вот смотри, там, кстати, наверху растут апельсинки, давай подберем, потому что голод, ребята, нужно все-таки как-никак... О, да, смотри, много их так. Кстати, да, может их кто-то... Смотри, здесь они еще ровно так стоят, скорее всего, кто-то здесь садил. Да. То есть... Пробегал, наверное, кто-то просто семена... Да. Посадил. Ну, мы раньше также так делали, когда у нас семена лишние были, ненужные. Мы просто бежали вот так вот, типа, не знаю, просто в ряд, так, знаете, ставили. Да. Так, ну, смотри, кстати, вроде неплохая такая поляна, смотри. Вот тут ты, да, имеешь в виду? Да, то есть, смотри, ну, неплохое такое место. Неплохо, да, неплохо. Но прикол в том, что нам до ресурсов бежать долго, то есть нам нужно спускаться. Нам легче, наверное, сразу снизу на поляну, поэтому давай, наверное, туда.
Давай, погнали. Так, тут только вот куда? Так вот, мы здесь спустились. Так, здесь у нас еще есть... Там вон домик прямо. Да, вот вижу маленький. Вот, кстати, тоже маленький домик. То есть, смотри, нам нужно буквально вот, не знаю, две, вот, то есть два блока поставить, да? А, слушай, нам еще бетон нужен. Сейчас еще кирку нужно сделать. Давай сразу, наверное, кирку сделаем. Так, инструменты. Так, так, подожди, каменная кирка, вот. Все, я кирку делаю. Так, я тоже себе делаю. Вот, нам же еще цемент нужно будет делать, там бетон, вот это все. Так. А я уже и забыл, я что-то думал, что только дерево надо. Так, ну давай я тогда предлагаю вернуться на ту поляну, просто добыть ресурсы, а если чем, потом сами уже выберем место. Смотри, а вот мне интересно, вот этот дом зарейдили, смотри, вот этот дом, или... Или подожди, или как? Просто или видишь, это... здесь какой-то вход странный, ну такой, да, видишь? Да, да. Ну-ка. Ну, а... да как это вообще? Я что-то даже не знаю. И вот тут, смотри, я не знаю, так, кстати, там что-то внутри есть, смотри, можем это... Добыть. Нормально так зашли на чью-то чужую территорию, добыли ресурсы, знаешь, так, и уходим. Как долго это добывается, знаешь? Помнишь, у нас же были эти синие ультраневые кирки? И там они очень быстро, они, да, они с первого раза вот эту штуку. Давай тоже железо вместе, добудем. Давай. Да, вместе, вместе, очень-очень долго. Четыре штучки, кстати, упало. Отлично, отлично, так. Ну, мой персонаж еще пока не голоден. О, так, по-моему, тут стоял. Не, это заяц. Мне показалось, что вот эта стенка, это кто-то стоит. А. Так, ну, смотри, нам нужно что добыть? Нам нужно добыть... Сейчас скажу, я буду сейчас примерно считать, вот, и параллельно... сколько нам нужно примерно дерева, и сколько нам нужно примерно цемента. Я вот, потихонечку добываю. Да, параллельно будем пока добывать. Ну, смотри, для... Получается, для двухкомнатной, можно так сказать, квартиры, нам нужно так. То есть нам нужно, сколько там, по-моему, 5, то есть 10 камней и, по-моему, 10 известняка. Что-то такое, короче. То есть янтарик выпал этот на тотемчик нам, по-моему. Вот, там, кстати, да, отличненько. Так, то есть нам нужно добыть где-то 10 известняка, по-моему. Вот, а дерево, смотри, если... так, что там по дереву? Вот у нас, по-моему, 20 этих, 20 бревен, это 40 досок. Да. Так, это 20, это тут 4, 6. Ну, короче, добываем пока, а потом уже будем читать это. Ну, где-то нам стак этого дерева точно нужно. Я, кстати, вон вижу вдалеке известняк. Вот, да, поэтому давай. Я вот до него прям сбегу, наверное. У меня, кстати, инвентарь уже полон, я сейчас тут повыкидываю не нужно. Да, а у меня холод начался вообще. Начался. А, ну да. Ой, там тоже... свинки! Ой, как я их не люблю, ребята! Как я ненавижу этих свинок! Вот серьезно, вот я не знаю. Это если они сейчас на меня сагрятся, то это вообще капец какой-то будет. Вот реально. Это, кстати, это лучше бы со мной бежал, знаешь, почему? А я бегу за тобой. Потому что известняк это самое долгое, что здесь добывается. Мы будем очень долго его сейчас сломать. Ну, особенно давай. С такими-то каменными кирками-то. Это вообще. Вот смотри, я, наверное, побегу, ты сейчас сломаешь. Ну, кстати, смотри. Возможно, да. Или нет, даже смотри, успел добежать. Да, и еще бьем. Так, все, сколько ты выбил? 12 штук. О, а 12 известняка в смысле? Да. А, ну все, смотри, значит, известняк у нас уже есть. Это замечательно. Это прям суперски. Так, ну... Дерево нужно, да, много. Да, ребят, сразу говорю то, что сегодня мы не отстроим прям такой огромный-огромный дом. Это мы будем делать все уже в следующих, наверное, сериях, потому что сегодня мы это 100% не успеем сделать. Нам хотя бы что-нибудь маленькое отстроить, чтобы мы могли уже хоть где-то спавниться, хоть где-то мы хоть куда-то могли складывать ресурсы, потому что, ребят, ну все, как видите, быстро забивается. Так. Так. Алло? Алло, да-да. А, я что-то я подумал. Не-не-не. Так, нам нужно, смотри, сколько ты дерева добыл? 47. У меня тоже 47, прикинь? Да? Да, то есть смотри, у нас уже почти сотка, но этого все равно маловато будет. Это получается где-то, ну, короче, где-то, ну, почти стак, но я думаю, хотя, в принципе, я думаю, хватит. Ну, давай еще добудем, чтобы было где-то... Давай, подобываем лучше. Побольше было бы, да, и все. А камня у тебя сколько? Камень, именно камень, да? Да. У меня 7 штук. А, ну у меня, кстати, тоже 7 штук. Как так, я не знаю. Ладно, ну смотри, будем тогда бежать уже, наверное, вот именно в ту сторону, где я хотел, в принципе, сейчас начать отстраиваться, да? Давай. Вот. Тут, кстати, слушай, ну смотри, я пока предлагаю тогда на верстак не делать нам, потому что, смотри, здесь есть верстак, да? А, если что, вот тут, да? Ну, да, вот. Да, да, чтобы не тратиться лишний раз. Я тогда предлагаю сразу, наверное, сейчас замутить. Давай скидывай, значит, сюда верстак, камень и известняк. Сейчас будем строить. Вот так вот. Все, скинул все, что было. Так, смотри, делаем досок сразу много, да? Угу. Сделали мы, смотри, сколько? 200 досок. Не знаю, получится, не получится, но мне кажется, это будет маловато. Это сколько мы, получается, 10 стенок можем поставить, а на один блок нам нужно... Нет, это маловато, это нам не хватит. Мало, нам еще нужно еще дерево, да. Так, где-то, наверное, столько же надо.
Где-то еще 100 бревен нужно будет добыть сейчас. Так, затем, так, материалы и бетон. Вот на бетон нам хватает, да. Как бы на бетон много не надо. А, блин, нам же... О, нет, слушай, надо чё, много, чё, много, да, много что-то... досок нужно, много досок. Я же забыл. А, я, кстати, да, забыл взять еще ресурсы там забрать. А я забрал, я забрал. Да, я-то привык, чему у нас там все время в доме, да, знаешь, мы поскрафтили что-то и оставим там, знаешь, чтобы болялось. На, смотри, блин, там же еще вход в этот дверной проем. Сама дверь. Это 120 досок нужно только на это. Там еще, кстати, чуваки какие-то бегают слева. Ребят, просто понимаете, ну, блин, если убьют, то мы опять нам про это заново все это добывать. Это реально как-то... Это очень трудно. Все, все заново, да. Вот, я предлагаю, знаете, строиться где-то рядом с аркой вот этой, да? То есть, ну, где-то за ней. То есть, я вижу просто, что там уже кто-то дом внутри построил у нее. Да, я тоже вижу, да. Вот, соответственно, такой. Теперь мы ее там не займем. Вот, хотя было бы это прикольно. Вот, соответственно... О, кстати, смотри, еще надо добыть. Добываем, наверное. Да? Да, добываем, добываем. Показал, что кто-то проехал. Проехал, да не. Да. Тут уже, ребят, видите, слышите, наверное, да, что дрель там работает у кого-то. То есть, я еще раз повторюсь, тут уже застроились, просто жесть, как на самом деле. Да, народ развивается. Кстати, опять 12 штук упал. Вообще супер, что ж такое-то вообще, везёт, ребята, да. Круто, да. Ну, я думаю, то, что мы быстро здесь разовьемся, то есть быстренько отстроим какой-нибудь себе хороший дом такой, вот, потом уже, соответственно, будем пробовать искать на заводах, там, не знаю, колеса, двигатели, разные, двигатели, да, да, там, шестеренки всякие, вот, найдем, может быть, уже, след... ну, какую-нибудь, не знаю, в какой-нибудь серии найдем тебе новую тачку там какую-нибудь, да, то есть все по-новому, ребята, у нас сейчас начинается. Вот. Только в два раза сложнее, да. Если один раз умрем. Да, если раньше мы умирали, ребята, кстати, смотрите, как-то много известняка, да? Да, кстати, на каждом шагу что-то. То есть, если раньше мы умирали, то у нас не было, как бы, такого, знаете, такой боязни, типа, если мы умрем, то у нас все пропадет. У нас такого не было. А теперь все, не, ребята, это... Вот, кстати, смотри, хорошая поляна. Да, кстати, и не застроена, смотри. Вот, да, и просто чисто, я тогда предлагаю вот здесь, наверное, где-нибудь построиться. И давай. Смотри, ресурсов здесь много. Вообще шикарно, шикарно, отлично. Мне нравится. Так, тогда давай подобываем здесь сейчас все. Давай. Поставим, блин, верстак жить нужно будет еще. Ай, нам же еще строительный мол делать. Блин, капец, так-то всего еще нужно много чего делать. И прикол, вот прикинь, реально, мы почти сейчас построим дом, да, там не знаю, останется чуть-чуть там поставили, да, что-нибудь. И к нам кто-нибудь подойдет и просто убьет нас. Это будет просто фейл. Капец, обидно вообще, да? Так, ладно. Будет обидно. Добываем пока дерево. Потом уже будем, наверное, я думаю, все равно нам понадобится верстак, это 100%, вот, потому что без него мы сейчас тоже не сможем там сделать те же самые доски, сделать тот же самый строительный молот, вот, поэтому нам нужно 100% будет скрафтить еще и верстак, на который уйдет у нас опять же 20 бревен, блин. А 20 бревен это 40 досок. Это поэтому... да, поэтому, вот, да. Так, ну смотри, а я... это ты, да, бегаешь? Да, да, да. Так, у меня получается 17 есть бревен. У меня 15. Ну это мало, это мало. Это очень, да, мало. Это нам только на верстак, считай, хватит, это все. Ну давай, наверное, сейчас где-нибудь верстак поставим, все равно... О, вот еще вот вижу бревна. Наверное, сейчас верстак поставим где-нибудь, вот здесь вот. Нам нужно именно вот выбрать конкретное место, где мы будем жить. Ну вот я вот предлагаю, наверное, где-то вот здесь вот. Давай. Здесь, конечно, такая прям очень сильно открытая поляна, ну ладно. Если что, мы как бы построим потом как бы вокруг нашего дома. А, вот, смотри, дома. Кстати, где дом, я даже не сразу увидел. А, да, кстати, да, я тоже только что сейчас его заметил. Ну, смотри, там прям камень, и вон, я вижу железные, прям, смотри, получается, вот эти стенки, да? Да-да-да, вижу-вижу. Ну ладно, я надеюсь, что он не такой серьезный, как бы, вот, поэтому, надеюсь, он не будет трогать нас. Да я тоже думаю пойти. О, ну, смотри. Ну, у него хороший такой дом, я вот прям вижу. Костер, интересно, есть там? А, нет, дерева там нет, к сожалению. Ну, кстати, смотри, если нам будет холодно, то мы все равно вот, хотя будем знать, где теперь костер находится. Да, да. Так, ну смотри, у меня, знаешь, сколько бревен, смотри. Сколько? Так, аккуратненько, так. А, у меня, смотри, 29 бревна. Оп. Я, наверное, сейчас сделаю тогда себе верстак. У тебя сколько? 35. А, у тебя еще 35. Ну, смотри, получается 40. У нас еще есть 80 досок, получается. Угу. Вот, на, а еще же нужно сделать строительный молот. Там же тоже... У тебя, а, вот у меня, кстати, есть янтарик еще, вот, отлично. У меня тоже есть, да. А, ну, янтарик нам нужен только для этого, для тотема, для строительного молота там, по-моему... А, нет, по-моему, тоже. Я просто не помню, ребят. Давненько мы его не крафтили. Да. Так. Ну, а подожди, нужен там, а вот верстак, подожди, у меня апельсинов много просто. Так, смотри, я, значит, сейчас ставлю этот верстачок сюда. Вот здесь вот просто пока поставлю, если что, потом его уберем. Так, смотри, значит, инструменты. А, так, стоп, владельца.
Капец! Что такое? Что такое? Так, подожди, а у нас-то с тобой глина есть? А, стоп, это стоп-владелец, это не то. Глина есть у нас. У меня 3 штуки, у тебя сколько? У меня 5. А, ну нам нужно будет еще подобывать ее, вот. Ну там нужно 10, это я на тотем. Вот, а-а-а. У нас строительный молот. Блин, железо нужно. Так, смотри, костер. У меня 4 штуки железа есть. Нам одну не хватило. А чисто. Там вон оно, смотри, пойдем. Где? О, отлично. Так, я как раз таки ну ты помнишь, да, где костер? Смотри, как пригодился чисто, да? Отлично. И крафтить прям даже не надо. У нас как раз таки есть 3 угля на переплавку. Я а думаю, у меня еще есть 6 угля, кстати. Так, тоже. А где у меня был? Подожди. У меня же вроде. А, у тебя же, да? Ну все, тогда 6. Давай сюда. А вот тут, кстати, вот прям вот напротив костра, тут у нас этот уголь вырос. Вот, а-а-а. Поэтому сейчас добуду его, и вообще супер все будет. Блин, вообще так-то, да? Вот. Ну прикольно, все равно. Мне нравится, ребят, выживать именно с самого начала, потому что, знаете, такое, что-то новые какие-то ощущения, уже забытые. Да. Так это... а где? А, вот. Так, ставлю тогда переплавляться. Да. Свет, окей, все. Все, давай тогда пока ждем. Пока тогда давай, я предлагаю подбывать еще нам тогда дерево. Вот, вон я вижу, впереди там есть дерево. Давай. Так. А сколько нам примерно надо? Ты вот там штучек 200 еще? Да, ну я думаю, просто пока добываем, там уже посмотрим, сколько нам еще надо. Окей, пока. Окей. Так, железо пока нам не особо нужно, потом еще добудем, пока я не особо заостряю внимание на нем. Вот, пока нам нужно. Самое главное, ребята, пока что наша цель — это отстроить хотя бы какое-то домишко, реально. Хотя бы коробочку такую маленькую. Ну, хотя бы реально коробочку, чтобы мы могли там поставить хоть что-то. Так. Да, это правильно. Так. Там, кстати, на вот на горе там тоже какой-то дом построили. Понял тебя. Так. Ну-ка. Так, а куда ты исчез? Я вернулся обратно к верстаку. То есть я вернулся обратно. Я вот сейчас как раз таки хочу проверить, может быть, там уже перебавилось. Все-таки там все это быстро делается. Да, все, перебавилось. Я тогда сейчас буду крафтить, наверное, сразу. Давай, я пока подобываю тут. Да, давай, потому что, смотри, нам нужно очень много дерева, реально. Я пока просто сейчас, знаешь, я так. А, слушай, а можешь вернуться? У меня не хватает дерева просто на этот. А, сейчас, окей, сейчас подбегу. Так, а, и нам кожа нужна, то я, по-моему. У меня 3 штуки есть. А, ну все, это вообще супер. Так. Ты прям как палочка-выручалочка, знаешь, я такой говорю, нам нужны это, у меня есть это, да. У меня наличие есть, так. Тогда смотри, так, сколько нам, тут еще 20 бревен, я пока 9 сюда свожу, так, ты бежишь, да? Да, это я подбегаю. А, нет, смотри, я с другой стороны. Так, я тогда все еще так забираю. Забирай. Это не ты бежишь, да? Нет, я вот сзади к тебе подбежал, стою. Так, это ты, да? Погнали на него тогда, это, давай его. У него, если кстати, чё. У него кирка, смотри. Обычная, да? Простая. Ну, да. Ну блин, так, ну опять, да нет, опять стоп. Мы его не догоним. Да все, мы его прогнали. Отсюда, смотри, он, наверное, убежал. Испугался. Все, давай, это крафтим. Блин. Так, верстак, да, положить это все дело? Да, давай. Так, хорошо. Что там еще надо было? Дерево, да? Так, дерево давай, 7 этого. Так, и все. Так, я, наверное, сразу доски скрафчу, смотри. Давай. Так, вот, значит, Так, это доски, материалы. Доски. Так, все, у нас есть... стак досок и еще 25 досок сверху. Вот, но это все равно не хватит нам. Я думаю, что не хватит. Так, ну что, давай тогда я начинаю строить. Давай, начинай. Фундамент. Поставим, короче, где-нибудь здесь. Уже не будем с этим париться. Прям вот так вот сильно. Оп. Так, и поставим. Так, где-то вот. Так, а что не ставится? Ладно. Окей. Это странно, ну ладно. А что такое, не ставилось? Ну, хз, вот сюда вроде не ставилось, я не знаю почему, но тут как-то территория. Ну ладно, так, что за тем? Блин, на самом деле, вот посмотри на эти два фундамента. Ну. Представь, что на нем будет стоять две комнаты таких. То есть это вообще мало на самом деле для нас будет. Но это пока на первое время, потом-то будет побольше. Пипец, вообще, слушай, может, побольше? Нет, ну побольше просто у нас досок не хватит, как мне кажется. Капец, вообще, реально. Ну ладно, ребят, что поделать? Ну серьезно, как бы, смотрите, что только не приходится делать, чтобы, я не знаю. Так, давай тогда я здесь, наверное, вот так вот поставлю. Блин, пипец вообще какой-то, реально. Оп. Так. Пипец, реально. Я не знаю, Дима, сколько... У нас досок, конечно... У нас, смотри, нам нужны доски еще на двери. Да, на дверь. А вот у нас... Чисто знаешь, сколько нам нужно еще досок? Я скажу, 80 досок, то есть это получается 40 бревен нам нужно еще добыть. У меня 8 бревен пока есть, по идее. Ну это вообще какой-то смешной домик, смотри, это чисто времяночка такая, я не знаю. Давай тогда, кстати, я, наверное, верстак сразу поставлю там внутри. Давай, кстати. Он, наверное, на пол дома будет. Кто, верстак? Да. Да. Возможно, кстати, да, я не знаю.
Нам еще, кстати, нужно фундамент сделать будет один, чтобы мы могли спокойно в дверь сбегать и не париться этим. Давай я, наверное, где-нибудь вот здесь вот поставлю. Давай. Вот здесь вот где-нибудь, чтобы он нам особо не мешал. Тут еще... Ну, кстати, не знаешь, вот маленький домик, но зато уютненько и да, пряненько. Да, уютненько, уютно, прикольно. Реально. Так, ну смотри, там нужно, получается, дерево, еще много дерева добыть. Вот поэтому бежим, добываем. А вон, кстати, как раз-таки заспавнилось. Так... Где этот мой топорик? Блин, самое главное, чтобы нас сейчас никто не убил. Да я думаю, не убьет нас никто. Тут как бы такой район. То есть, как бы, не, на самом деле, ребята, в этом биоме сейчас много кто застроился, реально. Если вот забежать именно к дороге, прибежать, то там, ой, капец, что творится. Mm-hmm. Особенно вот в той стороне. Вот после арки идет там вообще жопа, реально. Там просто, там столько домов. Вот реально, вы бы видели... Это вообще жесть. Вот, поэтому мы как раз таки убежали. Мы вот в этом биоме же почему живем? Потому что здесь как бы пока что очень много ресурсов как бы для нас, которые мы можем реально добыть. Да, вот. Вышел из дома, понадобывал, зашел, сделал все, что надо. Ну вот, да. А там мы просто этого фактически не сделаем, потому что мы если там выйдем из дома, то нас убьют. И никаких ресурсов мы не получим. Вот, соответственно, так, ну смотри, я добыл сколько, так, сколько нам получать, 40 бревен нам нужно добыть, да, угу. Вот, у меня есть пока что 18 бревен. Так, у меня 8, но я еще добываю его сейчас. А, ну отлично. 14 пока. Так, это хорошо, плюс еще там вроде на тотем нужно будет, вот, нам, ну вот, пока что, короче, добываем. Так, на дверь, ой. Да, сейчас мы добываем? Да, пока что нам нужно на дверь, потом еще, ну сразу, наверное, нужно еще на тотем набить. А, еще же шкафчик нам нужно сделать, смотри, на шкафчик там, по-моему, 50 нужно. А железо на шкафчик не надо? По-моему, нет, там тоже надо железо, я не помню, кстати, давно-давно крафтили. Вот, по-моему, да, нужно железо. Ну, кстати, сейчас тоже понабываем тогда. Да, да. Ну, смотри, нам туда вообще добывать ресурсов нужно много сейчас, а? Это да. Нам еще, смотри, считай, лук нужно будет потом скрафтить. На лук-то вообще там 40 этих, по-моему, тоже. А, нет, 50 бревен, да. Потом стрелы еще надо, да, будет. Да, ой, вообще, ребят, сколько дерева-то нам нужно будет. Ой, вообще жесть. Так, смотри, у меня, знаешь, сколько? У меня 31 бревно. У меня ровно 30, и вот сейчас подобрал тоже 31. Ну вот, я уже возвращаюсь к дому, еще там по пути подберу одно бревно тогда. Сломаю. И тогда там уже, наверное... Я не знаю, надо еще железом подбывать, посмотреть, что еще мы сможем сделать. По максимуму сейчас отстроиться, короче, все, что сделаем, все, что мы сможем, мы это сделаем, ребята. Вот, так. Ой, ну, конечно, это будет очень трудно выживать, ребят, здесь, потому что, сами понимаете, на хардкорном сервере, где, если ты умираешь, тебе выпадает абсолютно все, это реально будет, знаете, обидно очень. Но зато, мы... знаешь, что будет интересно? Будет очень интересно охотиться на других людей, именно специально их убивать и шмотки у них забирать. Ну, это, кстати, да, да. Тут уже, знаешь, если ты скажешь тебе френдли-френдли, то это уже не поможет. Да, это уже не проканает. Да, это уже, ребята, все. Так. Так, это ты, да, бегаешь? Да, например? Да, 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 да. Все, смотри, у меня 44 дерева есть. А, так, слушай, нам еще, смотри, так, известняк. У тебя есть известняк? Известняк 14 штук. А, вообще супер. Так, отлично, так, смотри, давай, значит, тогда мы... Давай сначала дверь сделаем. Так, ну все, закидываем просто сюда. Закину. А и камень тоже закинь сюда, короче. Так, и камень 19 у меня был. Так, все, доски я сделал. Так, даже немножко больше досок сделал. Так, дверь. Давай сделаем металлическую. Так, затем смотри... Так, потом, значит, материалы, материал, бетон один сделал, так, смотри, нам для, так, инструменты, нам для стоп-владельца нужно, 30 дерева даже нужно, смотри, и глину нам нужно добыть. А у меня, две штучки не хватает. Да, ну смотри, короче, тогда я предлагаю, что сейчас сделаем. Так, нам нужно добыть еще бревен, и нам еще нужно добыть две глины, получается, да? Да. Ну и все, погнали тогда добывать. Давай, только двери, да, занимаем. Да, так, я еще вот так вот сделаю сейчас. Вот, все. Отлично, вход такой. Угу, так, все, погнали. Блин, и сейчас, прикинь, вот будем искать глину, и как назло не сможем ее найти. Да я думаю, что этого не произойдет, хотя, не знаю, кстати, этот, с костра возьми там внутри этот... А я забирал. Уголь, там я еще забрал две штучки. Так, ну смотри, сейчас, кстати, уже, смотри, семень будет, поэтому давай, я думаю, что мы справимся, в принципе, с этой задачей, это до этого... Ночи, да? До ночи, да. Ну есть... да, я тоже так думаю. Вот, поэтому что нам тут добыть-то, нужно где-то максимум, ну, где-то минимум два бревна, наверное, добыть, да, и что еще-то? А, вон, я, кстати, впереди вижу глину, вот, я думаю, что отлично. С нее должно выпасть-то. Две штучки, ну, по-любому. Обычно выпадает больше, еще один верстак. Угу. Вот тут прям дом, смотри, такой, смотрите, вон еще бревно. Вот еще, ну вот, смотри, как раз таки, вот.
Прям вот это золотая, мы пойдем. Ну, да? Я думаю, да, чего уж тут. Нам все равно 30 бревен у нас есть там. У нас в доме было сколько там, по-моему, 18, да? То есть много. И тут еще, вон, смотри. Я вон слышу, как там что-то печка, короче, там плавится. Я слышу, что там еще это. Надо побыстрее, да, все сделать? Ну, тут, смотри, прям вообще нормально такая постройка. Я вон да. Вижу прям. Так, бью. Как же долго это все добывает? Да. Это ну вообще капец. Вот, сколько? Все? Так, одну глину дали. Как назло, просто вот реально, ребят, как назло. Я не понимаю, как это работает. Так, давай, короче, смотри. А вон еще железо, блин, железо тоже нужно. А вон еще одна глина, вон, все. Давай, отлично. Ой, отлично. Давай ты это, наверное, железо, я глину. Окей, все, я побежал за железом. Угу, вот, потому что, ребят, железо тоже нужно. Там для того же самого железного топорика, для железной кирки там. Потом для шкафчика. Железо, ой, да. Ой, как же долго мы будем сейчас это все делать, конечно, ребят. Просто, знаете, после того, что у нас было, после всех этих домов, после всех этих машин, да, и после всех вещей, которые все-таки как-никак лежали у нас тогда в шкафчиках, да, то это вообще реально. Так, вот, все, глина. Еще только одна выпала, капец. Прикинь. Ну, нам хватает, да? Да, теперь хватает, да. Так. Но я дома вот уже тоже железо добыл. Сейчас я вот еще хочу что-нибудь посмотреть, что-нибудь. Может, еще где-нибудь дерево будет. Нам для, ну, для шкафчика нужно же, ведь дерева много. Да, да, это. Ну, я уже, уже темнеет, да, потихонечку? Вот, дерево, вот тут два дерева я сейчас по дороге. Вот, давай. Я вот тут как раз таки одно дерево добуду и дома уже буду возвращаться. Бам. Так, все, погнал обратно домой я. Давай. Ой, ну смотри, у меня 17 бревен. Я у думаю... меня 14, думаю, хватит. Там больше ничего нет у нас на поляне? Да нет, особо ничего нет. Это фигово, кайфигово. Ну вот, тут есть еще одно, я сейчас добуду. Давай. Сбегаю. Так, я пока тогда бегу к дому. Ой, так, сейчас, смотри, значит, прихожу, делаю этот стоп, да, ну, этот тотем. Да, да. Вот, да. Потом, я не знаю, посмотри, кстати, пока на шкафчик, сколько нужно, по-моему, дерева, я вот не помню. Железо-то у меня, железо, смотри, у меня есть два переплавленного и два непереплавленного. А на шкафчик смотрите в этом только? Ну, в этом верстаке, да. А я же не смогу зайти в дом сейчас без тебя. А, точно, там же дверь закрыта, точняк. Да. Точняк. Ну окей, хорошо, все, сейчас это забежим. Я пока дерево подобывал, тут побегал, у меня сейчас, знаешь, сколько? 27 штук. Ага, нормально. Ну вот, все, давай, ты подбегаешь? Да, я вот к дому подбегаю уже. Чисто такая, знаешь, огромная поляна, и стоит такой маленький домик вообще. Ну, ребят, что поделать? Да. Так, смотри, я забежал, все, сейчас я скрафчу здесь. Капец, как ресов у меня много. Так, все, делаю... А, что, не хватает? А, вот дерево нужно сложить. Так, открой дверь. Да, все, сейчас я тотем сделаю, сейчас, фаст. Угу. Так, вот, все. Тотем сделал, заходи. Давай, надо... Я, наверное, где-нибудь здесь вот поставлю его, смотри. Вот так вот. Угу. Авторизироваться. А набор, что такое? Да. Смотри, добавили какую-то эту. Набор икру, что такое, не понял. Я не знаю. Ребят, если вы знаете, что это такое, напишите в комментариях. Смотри, там вижу еще какие-то эски добавили. Эс, да, какие-то. Я вообще не знаю. А что такое, подожди. Ну-ка, удалить икру. А вот, смотри. А, да, вижу, как бы это удаляется эска. Я не знаю, давай вообще без понятия, что это такое. Но я вот оставил, как было раньше. То я тоже так трогал. И сделал. Так, смотри, что у нас по ресурсам. Кстати, нужно сделать костер. Давай, я сейчас, наверное, этим займусь. Давай, сделай. Так, костер. Так, 20 бревен и 5 известняка нам нужен, да? Все, давай сейчас добудем тогда. Так. Все, отлично, ставим здесь вот. Давай. Уютненько еще как будет. Вот, смотри, просто как сразу свет, и все, ребята. Не, знаешь, вот на самом деле, я бы жил в таком домике. Если бы у нас было какое-то выживание, я вот в нем прям с удовольствием реально жил. Знаешь, реально уютненько, такой маленький, то есть вообще прикольно. Да. Так, ну смотри, давай я, значит, посмотрю, пока там что по у нас по ящикам. Так, шкаф для хранения, 40 бревен и 5 металла. У нас вот так есть. Ну, у нас металл-то есть как раз-таки, вот. Надо у нас досок, там. Досок нет, нам нужно еще, сколько, 27 бревен нам нужно для этого. Да. Че, может добудем? Нам все-таки шкафчик нужен, давай. Потому что... Так, тогда смотри, я сейчас что-нибудь выложу, наверное, я верстак что-нибудь хочу сложить, что-нибудь такое самое, наверное, дорогое, что у нас здесь есть. Вот, я вот, наверное, это сложу вот так. Ну, я хотя думаю, что у нас никто не это... Не зарыдится. Да, ну смотри, тогда погнали, добудем этого... Это ты, да? Да, это я. Все, давай. Блин, ну прикол в том, что мы, смотри, сейчас поляну что-то все обутали-то эту, да? И здесь надо далеко не бежать, будет. Да.
дерево, у меня да. просто еще сейчас холод начинается, поэтому я не знаю. 3 минуты, кстати, у меня тоже холод. Давай-ка уж, наверное, вернемся к дому, ребят, потому что мы сейчас никуда так далеко не убежим, серьезно. Вот. Тем тогда более, я, ребят, ну да, я думаю, тогда на этом мы заканчиваем эту нашу первую серию выживания на хардкорном сервере. Ну, уже можно сказать вторую, но все равно как бы первую. Да. Вот, потому что там как-то непонятно было, ребята, вот. Ну, надеюсь, вам эта серия понравилась, надеюсь, вы хотите видеть продолжение, потому что все-таки как-никак мы играем на хардкорном сервере, и здесь играть намного труднее, как вы видите, вот. Соответственно, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и, конечно, оставляйте только положительные комментарии. С вами был, как всегда, Кофи и Овер. Всем пока-пока. Всем пока, ребята!